вязание с любовью. Сегодня покажу мастер-класс о том, как быстро, качественно, просто закрыть эластичную резинку один на один спицами. Набрала пример. Одна лицевая и изнаночная резинка, которая часто используется в вязании шарфов, шапочек и разных изделий. Так, первую снимаем. Вторая у нас изнаночная. Перед тем, как закрыть изнаночную, делаем накид от себя. Накид от себя. Далее провязываем изнаночную. И у нас формируется 3 петельки. Затем вторую петельку. Через вторую петельку протягиваем третью. Вот. И далее вот эту протягиваем через первую. Это несложно. В дальнейшем вы поймете алгоритм. Далее у нас идет лицевая. А вот перед лицевой мы делаем накид на себя. Провязываем лицевую. У нас также образуются 3 петли. И тут та же самая схема. Спицу вводим во вторую. И через нее третью петлю просто вытягиваем. Формируем 2. И из этих 2 также спицу левую вставляем в первую петлю и через нее протягиваем вторую. Вот. Вот это такое у нас закрытие. И правило снова повторяется тоже. Изнаночная от себя. Вот нитка от себя. Провязываем изнаночную и всегда формируем 3 петли. 1, 2, 3. Первая, вторая, третья. И далее левую спицу вставляем вторую петлю и делаем затяжку в нее. Так. И та, которая осталась, вторая, идет в первую. Вот так. И важный момент. Сильно затягивать не нужно туго, но и в то же время не слабо. Нужно ориентироваться на изначально ваш ряд. Тут вязка средняя, она не тугая и не слабенькая. Соответственно, петельки затягиваем, так сказать, в тон нашей работе. Так, снова у нас лицевая. Лицевая – это на себя. От себя – это так, на себя. Это легко запомнить. Лицевая – на себя. Всегда перед каждой петлей в закрытии эластичном делаем накиды от себя и на себя. Так как у нас лицевая на себя, провязываем лицевую. Я так это быстро запомнила, то что 3 петельки всегда выходит. Вводим левую спицу во вторую петлю, протягиваем через вторую третью. Делаем вот такие петельки такой высоты. Такая, как нам нужно. И снова вторую также протягиваем через первую. И в итоге у нас всегда остается одна петля ведущая. И снова у нас изнаночная. Изнаночная от себя. От себя. Нитка идет от себя. То есть от нас. От себя. Провязываем всегда каждую петлю после накида. Снова 3. Левая спица во вторую петлю, третья через вторую и вторая через первую. Так, вот уже формируется наше эластичное закрытие. Снова лицевая, лицевая петля на себя, накид на себя, провязываем лицевую, снова формируем 3 петельки рабочие. И опять левая спица во вторую вводится, через вторую третью взаимно закрывается и вторая через первую. Далее провяжу без комментариев, чтобы алгоритм был более понятен.
Так, и последняя петелька. Также делаем накид от себя, так как это изнаночная. Провязываем и так же само протягиваем, как и до этого, третью через вторую и протягиваем вторую через первую. Так, сейчас покажу, что вышло в итоге. Вот, вышла эластичная резинка. Это обратная сторона, изнаночная. Так как я выбрала для себя эту сторону лицевой, то лучше закрывать на лицевой стороне. Как видно, эластичная, хорошо тянется. Если бы просто закрыли, то эта часть тянулась снизу хорошо, вторая часть не тянулась. Как видите, простой способ, легкий, справится даже начинающая вязальщица. Вот. Снуды, шарфы. То есть с изнаночной стороны это выглядит вот так. В принципе, по желанию можно закрывать и с изнаночной стороны, но я привыкла с лицевой. Подписывайтесь на мой канал, буду выставлять много интересных видео. Кому интересно, буду рада.